6 по 9 марта в Бресте проходит ярмарка цветов. Традиционно она приурочена к любимому многими весеннему празднику 8 марта. Продажи развернулись на 80 площадках во всех микрорайонах города над Бугом. Более 500 участников ярмарки, это предприниматели и хозяйства, предлагают покупателям свыше 600 тысяч различных видов цветов, выращенных в первом регионе. Ну, вчера было не так хорошо, сегодня уже получше. А как точка? Проходимая, непроходимая? Проходимая. Тут постоянно кто-то проезжает, кто-то паркуется, кто-то бежит в банки, постоянно кто-то подходит. А сколько за сегодня вы продали цветочков, букетиков? Я думаю, цветочков 400 где-то. И абсолютно разных букетов. Только что мы дали букет 50 штук. И там еще заказы есть. Здорово. А какую в основном цену у вас? 3 рубля. Пока что, да, везде стабильная цена 3 рубля. На ярмарке можно приобрести более 60 разновидностей тюльпанов, а также розы, примулы, гиацинты, нарциссы и мимозы. Ну, начало только предпраздничной торговли, будем надеяться. А так уже мужчины многие активны, потому что влюблены. Много ли за сегодня было продано букетиков? Да, букетиков 20 уже продали точно. Особенно активно продажи идут на точках у памятника тысячелетия на улице Советской, а также у магазина продтовары на проспекте Машерова. Более-менее все хорошо, нормально. Предпраздничные дни. Так вот. Кто больше покупается? Ты мужчины? Ну, конечно, мужчины, так как перед праздником, дамам своим, мамам, бабушкам. Чего хочется пожелать всем представителям прекрасного пола? Оставаться такими же красивыми, улыбчивыми, успешными и чтобы их любили. В преддверии праздника жители Бреста активно посещают ярмарку, выбирая самые разные букеты. Выбор большой. Продавцы предлагают сотни разных сортов и окрасок традиционных весенних цветов. Здесь каждый найдет что-то на свой вкус и цвет. Вот эти цветочки бабушки, вот это маме. Поздравляю их с праздником 8 марта. Пожелаем всего хорошего, счастья, здоровья обязательно. Да и вообще всех женщин поздравляю с наступающим праздником. Крепкого здоровья, пускай все мечты их сбудутся, будут такими же красивыми, привлекательными, как и всегда, в принципе. Ну и всего хорошего им. Я хочу, чтобы все женщины знали, что они очень сильные, они все прекрасны, вне зависимости от того, что говорят стандарты красоты или что-то подобное. Мы все равно должны, каждая знать то, что внутри нас есть частичка прекрасного, потому что мы женщины, и это наш праздник. Но чтобы все были здоровы, чтобы было счастье, чтобы их уважали, чтобы все было хорошо в жизни. Василина Буцкевич, Арина Смолевская, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.